Посмотрим. Это Катя. Катя 12 лет, вот так рисует. Катя, это ее домашнее задание. Домашнее. Это тоже я рисовала всяких там девочек. Очень часто вот мы просим, чтобы дети рисовали скетчи. Вот. Это девочка, которую я сегодня рисовала. Да, это было задание нарисовать персонажа отдельно и отдельно нарисовать фон. Да, фон — это злой кустик. Злой куст. Вот. Так, это учимся рисовать персонажей в разных позах. Это вот именно вот эта ребячка. Да, и это бегущая ребятина. Да. Это типа тема войн. Я нарисовала свою хомячиху, пухи и прахом она умерла от старости. Она на виде девочки, которая защищает меня из-за того, что она была очень пушистая. Я нарисовала ей пушистую броню. А меня себя нарисовала в виде хомячка. И этот комочек — это я. Хорошо, прекрасно. Пятерка. Ей. Это Катя. Катя 12 лет. Студия анимационного рисунка для детей 12 лет. Да.